сегодня мы идем с Ромой подстригаться. Да, смотри на камеру. Угу. На камеру смотри. Пойдем через школу по тропинкам. Где нас надуло снега, да? Угу. Снега много надуло. Все, пошли. М? Все, пошли, да. А? Куда он идет? Куда идет? Ну, туда. Ладно, не заправим. Вот такой у нас сугроб нагортали. Давай, топай. Мама лезет через него. Тесто что-то под шапкой. Сейчас посыльем, не будут лохматы. И двора обесилась. Лёлик, помогите, вот ступишь мимо тропинки, и всё, и в сугробе. Чё? Папа, давай туда, это дует и тут. На, так, подержи камеру, поснимай. А-а-а! Вот у нас тут годик, смотри, деревья, вот папайи. А снег такой вот. Сам по себе немножко твёрдый. Да блин, у меня скользает камера. Держи. Вот тут у нас всегда тропинки ходят. Да. Тропинки ходят. Снимать видео. Как мы будем разговаривать, как мы будем... Стричься? О, я тут сейчас потекался. Давай, зайка. Давай. Пойди добавись. Рассказывай. Ой, ты красивый мальчик. Дергай. Не дергай. Ну, хорошо. Пока не дергай. Соседи приходили до вас, Трися наш? Который? Хабилханов. А он один был? Один. Как говорят, в городе дорого. Да? Конечно, дорого. Конечно, дорого. И чё, выложите? Потом в интернет? Да, будет у вас еще больше клиентов. Ой, куда сбиваться? Куда сбиваться? А, скажи. Если какой-то заикается, то вот я чугачую палочку. Что ты сделал еще раз? Я сделал чугачу из конструктора. Пикачу из конструктора, покемона. Ну да, он... У него есть суперспособности, это стоят поэтому, у него даже есть голова и глаза. Глаза не бегают? Нет. Нет? Только, только глаза есть, но они не бегают. Но он вообще похож на котенка. На котенка? А какие суперспособности? Ой, извини. А какие суперспособности у него? Ну, в общем, у него есть энергия. Он шипами, угу. он, у него есть суперзвук.
Супер жид? Взрыв. Взрыв? Ага. Ага. И что он там взрывает? Ну, всякие вещи. Всякие вещи? Когда он вот так вот плывет, он бахнет и все, вещи. Да ты что? Нету. Вещей нету? Ну ты молодец. Суперспособности. И как он усилил эти суперспособности? Ну, просто это налил ему на голову, и вот у него получилось. Налил на голову? А что налил? Может, мне тоже надо себе на голову налить? Кого? Сыворотку. Сыворотку? Сыворотку от чего? От молока? От сыворотки. Суперспособности. В лаборатории создали сыворотку. И он налил себе. Лаборатории? Угу. И что? И что вот дальше? Там темная дверь. Угу. Уклони головку. Чуть-чуть так в сторону. И в другую сторону. Да, вот так. Ага, молодец. Угу. У тебя же лаборатория своя большая. Угу. Ну. Ну, там есть сарай черный. Сарай черный? В лаборатории? Угу. Ну, там рядом. Рядышком стоит. С кроваткой. Ой, ты молодец, какая умница. И потом что дальше? Вот там темно. Там темно совсем? Ага, но это не боюсь ходить дальше. Угу. Это просто там все поменяли. Ну, молодец какой ты. Как у тебя интересно все играется, а? Рома? Все сам. Как это все у него все придумывается? Ну только Пикачу это и есть робот. Он есть робот? Сменился. Да? Ага. Угу. Ну даже Фос может спрятаться, когда на него наступить. Да что ты говоришь? Он четвертый. Ага. Ты мне фотографируешь вон тут ту комнату? Его, тут? Его в окошке. В окошке? Ой, в окошке. В зеркале. Его в зеркале. Вы потом это будете редактировать? Да, она потом повырезает, что не так, что ей не надо. Вот Пикачу, у него есть еще особые способности, стоят патронами из золота. Гильзы, гильзы мои, подсобирал от пистолета. Да. Потом у него из ушей лазит все машины, вот там появляется пистолет и бухнет. Да ты че? Ничего себе. Да. Ох ты. Ром, ты знаешь, мне нравится, когда ты приходишь ко мне в гости. У тебя всегда каждый раз новые идеи какие-то. Ты постоянно мне что-то рассказываешь интересное. Мне это нравится. И самое главное, у тебя ничего не повторяется. У тебя никогда ничего не повторяется. Да, мы сами в шоке. Вот я построю какую-то машину еще. Так. Чтобы делать из мягких игрушек. Ну, мутанта. Мутантов? Да. Ага. Они способны с ним ученым. Как у Пикачу. Ну ничего себе. Инкубатор называется, да? Ну да. Ну да. Тряхнешь голову. Ну да. Есть суперспособности с лапой. Ну да, конечно. И двух открывается из банки. Угу. И вот тебе мышка. Мышка улезает? Мутант. Ага. Мышка-мутант? Ну, он посадит в банку мягкую игрушку. Она посидит, посидит, потом раз, оп, все, вылез инкубатор. Вот это мутант да. Вышел оттуда. Нет, ну вот где он берет такие вот? Ну, где-то берет. Мозги работают. Мозги работают. Ты у нас, наверное, будешь следователем каким-то. Рано или поздно будешь научным сотрудником. Ро, будешь добывать что-нибудь, выискивать. Будет, будет искать. Изучать. Потом. У меня даже под кошей есть. Вот если у нас в домике под кошей есть какой-то пила какая-то. Вот такая пила? Вот, чтобы узнать микросхему модуля. Ну, да. Какую микросхему? Микросхему от кода. От кода. А, от кода. Микросхему от кода. У него есть такая. Ну да, какой-то цифровой код у него там есть. Так что ребенок наш растет. Растет не только растет, он еще и развивается. Он учит, обучает, наверное, вас всех. Ой, о чем такой сморозит? Я сам такое за свои 32 года не слышал ни разу.
А он все знает это. Молодец. Я сам обучаюсь. Что надо еще строить? Сам изучаешь? Обучаюсь. Обучаешься ты сам? Да. Слова такие знаешь, что я их не знаю. А ведь ему надо было в школу пойти, да, на любовь в этом году? Вот он пойдет в сентябре, да. В сентябре. Мама, угу. Это есть. Ему что, 5 лет только? 6, вот исполнилось 23 февраля. Поэтому нельзя на февральске. Ведь он не ходит. Балаган. Строишь балаганчики? Ты же раньше балаганчики строил, домики какие-то, замки какие-то делал. Ты теперь такое не делаешь? Тебе некогда? У тебя научные программы. Нет, тут тесто за носом. За носом чешется. За носом? А у тебя руку вытащи, где твоя ручка? Так, вытаски, вот он. За носом почи. Вот, умница. Все, спрячь свою руку. Давай крутись, а мама хочет, чтобы ты покрутилась. Агу. 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 Ой, молодец. Рома, похлопай ради рада, перевернулась. Похлопай в ладошки. Да, Рада молодец у нас. Рада у нас молодец, только вот эта рука у нас застряла, да? Может, она просто стеснялась на камеру? Нет, вот она сама перевернулась. Она у нас молодец, она у нас сама умеет переворачиваться. А ей еще нету 3 месяцев. 3 месяца ей будет 8 марта. Да? Ты у нас молодец. А, все, все, лентяй. Лентяй на руки хочет. Ладно, ладно, сейчас возьму. Медведь, медведь. Тут у нас раз ушки, вот да, ушки. За пивом сходим. За пивом? Вот, получается, пиво еще. Смотри, по льду не иди, обходи с той стороны. Не надо. А, это Маринка в коляске, блядь. Вон какие у нас кучи от снега. Все, надоело гулять. Она сейчас быстро должна уснуть. Смотри, кроме меня. Я с той стороны камеры. Вышли вот немножко погулять. Красный нос, Дед Мороз. Да. Жулька тут на сразу хоть не снимает. А я убирал уже, видишь, он опять на сразу. Отруби, чистый переводит. Там потом не хочет жрать. Из чашки пройдет, какашки свои поест. Даже тоже отрубина. Я снимаю, как нагребли сугробы какие. Да, вот это все будет плыть. Вот это уже осела куча, вот, Алик. Ну, правильно. Снизу тает все. Еще с крыши надо будет убирать. Там, смотри, все везде, какие сугробы. А то трактор дальше не доехал. Еще 2 дома проехал, и все, дальше не поехал. Сегодня спрашивает подписчица, когда, говорит, Вася, будем резать. Я говорю, там, чтобы Васю резать, надо 2 тонн снега перекидать. Я уже все перекидал. Если буран вот сейчас идут, которые с России, если не заметет. Да, сейчас что-то везде смотрю по погоде, плюс, плюс, плюс. И в России плюсовая. Так что, может, уже весна в этом году ранее. Ла ли ла ли ла ла та та ти та ти та та. Давай спи. Уже и глаз-то закрывается, но все равно же надо повыступать. Глаза-то закрываются. Чего ты скулишь-то? Ой-ой-ой. 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 Что тут-то? Тетя Мотя, ну все, давай до дома. Че, все, так быстро погуляли? Ну что, 5 минут постояли. Ладно. Не моя тут.
Да стой, не пляши. Да не надо ей прям близко так снимать. Она довольна этим. Смотри, там Сея Вася. Сея Вася? Ага, вот они там ходят. Вон они стоят. Папа их выпустил на передний двор, потому что задний двор с этим снегом. Снегом завален. Она по льду вон скользит, может ноги сломать. И Вася по льду, как дурак, скользит. Бежим, 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 бежим. Вася. Да, я вышла. Они тут на льду скользят. На льду скользили, а теперь прибежали сюда. Эй, не чешись об меня грязным боком. Мама оставила Васиного брата на производителя, и, к сожалению... Стой с папой надежнее. Говорю, мама оставила на производителя Васиного брата, и, к сожалению, придется его зарезать, потому что он какой-то дикий. Вася добродушный, а тот кусачий попался, и вместо того, чтобы там огуливать, он... кидается, кусает самку, вот, которую ему там предлагают. И телят сейчас видел, телят, когда уже у мамы третья корова отелилась, три коровы, три теленка теперь. Порывался и телят покусать, лезет, доски ломает. Ну, в общем, какой-то ненормальный кабан. Если бы Вася не был, если бы мы не кастрировали Вася, то можно было поменять как бы их. Ну, так как Вася уже кастрирован, то все. И теперь мама, получается, зря того держала. Придется ей резать его, потому что он неадекватный злой кабан. А Вася у нас добрый кабан, но уже кастрировали мы его. Вот она понюхала тряпку, и ему надо бежать понюхать тряпку. Она там на льду катается, и он там пошел на льду катается перед этим. Коптить буду, упаду такого. Тебя валят на левую сторону, да? Смотри, а то ножку ему заранее сломаешь, не валь. А тут надо смотреть, чтобы она спутнику антенну не отломала. А, мама, я с тобой, я с тобой самку. Ой, собака. Она там скользит, это ноги аж разъезжаются впереди. И он бежит там, скользит. Саша опять кататься будет. Надо его взять. Что, он тебя уже облизывал, да, лапу черную? Он подошел и терся от меня, чесался. Ой, я тут сыкую. Я сам-то сыкую. Видишь, затянулось, зажило, ничего не видно. Я говорю, он добродушный кабан, а мама говорит, на производителя, которого оставила, он злющий, придется ей резать. Смотри, не ломай позвоночник. Родео, Родео, Родео. Смотри, это даже... Мама! Да не бойся, да. Пошли еще одну тачку, выключись. О май гад! Вася! Хочешь покататься на Васе? Yeah. Она ему зализывает там, где рана была. Там, где рана была, она ему лижет. Мама, можно я сюда с того приду? Да, конечно, наоборот, тут стоят. Мам, я пойду. Я буду глаз еще лёсывать. Снег кушать. Главное, чтобы антенну не подламывали мне тут, пока будут баловаться. Феечка, моя девочка, тебе вчера ветеринары приходили, взяли феечки кровь из-под хвоста, хвост прям поднимают, там кололи, и шею сделали прививку. Сказали, от бруцеллеза, что ли? От бруцеллеза прививка была. А жулик сидит и скалится, растягивает зубы. Сейчас он их покусает, если близко подойдут.
Ладно, пойду я, там малышка там одна у меня в коляске сидит. Жулик, что это за звери тут, да? Фея, 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 пошли сюда.